Автовладельцы могут вздохнуть спокойно. До будущего года они смогут ездить по просроченным талонам техосмотра, не утруждая себя ожиданием в очередях. С 4 июня 2011 года вступило в силу постановление о годовом моратории на прохождение технической диагностики для некоторых видов автомобилей. По данному постановлению, если вы являетесь владельцем легкового или грузового автотранспорта массой до 3,5 тонн, а также мотоциклов и прицепов к ним, талон техосмотра, который истекает в 2011 году, то вы получаете отсрочку на прохождение ТО на 1 год. Как указано в данном постановлении, талон, находящийся в правом нижнем углу лобового стекла, с 2011 годом инспектор на дороге, который несет службу, остановив вас и посмотрев талон, никаких мер к вам воздействия никаких не примет, потому что данное постановление уже знают все, оно вступило в свою законную силу, и я не думаю, что будут проблемы. Значит, транспортное средство никуда предоставлять не нужно, то есть управляете своим автомобилем до, грубо говоря, должен пройти техосмотр в июне 2011 года, предоставите свое транспортное средство в июне 2012 года на техническое. Если автомобиль новый, то есть не старше 1 года, то талон ТО можно будет получить без самой процедуры проверки транспортного средства. Однако, если автомобиль является грузовым или используется для пассажирских перевозок, например, такси, автобусы, пассажирские микроавтобусы, то процедура техосмотра остается обязательной, как и раньше. Значит, все, что касается легковых автомобилей, использующихся для перевозки пассажиров на коммерческой основе, далее автобусами и грузовыми автомобилями, оборудованными для систематической перевозки людей с числом мест для сидения более 8, включая, кроме места для водителя, транспортным средством и прицепом к ним для перевозки опасных грузов. Все данные транспортные средства проходят техосмотр, как указано в талонах технического осмотра. То есть данное изменение не касается указанных транспортных средств. Стоит отметить, что ранее Дмитрий Медведев заявлял, что процедура техосмотра должна стать беспроблемной и необременительной для автовладельцев. Однако чуть позже он заявил, что с 2012 года талон техосмотра будет выдаваться страховыми компаниями вместе с полисом ОСАГО. Данное решение автовладельцы считают очень сомнительным в плане беспроблемности и необременительности прохождения техосмотра, если только автомобилю не более 3 лет или хотя бы не более 7, так как в первом случае техосмотр можно будет проходить не ранее, чем через 3 года использования авто после прохождения первой процедуры техосмотра, а во втором через 2 года. А если я не соглашусь, что это изменит? Как скажут, так и будет. Наше мнение никто не спросит. Ольга Соколова, Никита Кривченко, новости нашего города.